Новый спектакль Ульяновского драматического театра «Кадриль» поставлен по пьесе Владимира Гуркина, российского актера, драматурга, сценариста, режиссера. Первоначальное название пьесы нам хорошо знакомо – «Любовь и голуби». Эту пьесу Владимир Павлович написал в 1981 году. А через 3 года по сценарию Гуркина режиссером Владимиром Меньшовым был снят фильм, который до сих пор любим российским зрителям. В Ульяновском драматическом театре спектакль поставил режиссер Евгений Ланцов, известный зрителям по спектаклю «Страсти по Мадалене». Сибирский юмор прижился на симбирской сцене. Актеры в один голос говорили, что работалось легко и радостно. Их настроение передалось зрительному залу. Ну, будучи бы, вот я деревенская, если была бы женщина, я ее прекрасно понимаю. Но так как я городская, я ее тоже понимаю. Потому что я много времени, не энное количество лет, летом проводила на даче. Я все это наблюдала. И действительно, такие разборки ведь на деревне. Действительно, они разные. Там, о, какие! Главные роли исполнили Дарья Долматова и Ольга Новицкая, Алексей Вольный и Николай Авдеев. Совсем скоро на сцену в спектакле «Кадриль» выйдет другой состав актеров, заслуженный. Роль мужей сыграют заслуженные артисты России Михаил Петров и Владимир Кустарников. А их жен тоже заслуженные артистки России Ирина Янко и Елена Шубенкина. В роли разлучниц Мария Жижела и в другом составе Кристина Каминская. По словам режиссера, это будет немного другая история. А тут тем более полных 2 состава. Даже одного, замена одного исполнителя, это уже делает спектакль другим. А здесь 2 полных, и я вижу, какие, насколько они разные. И все же главная мысль останется неизменной. Любовь непредсказуема, но только она делает нашу жизнь прекрасной. Ирина Антонова, новости Ол Правда ТВ.